Спрашивали, отвечаем. Что такое кадастровая стоимость недвижимости? Кадастровая стоимость – это стоимость, приближенная к рыночной стоимости имущества, которая определяется органами оценки для целей применения налога на имущество, в том числе для определения арендной стоимости, выкупной стоимости имущества. Вот с 1 января 2021 года на территории Свердловской области в соответствии с решением областной думы будет применяться, исчисляться налог, исходя из кадастровой стоимости данного имущества. Все выпуски программы на сайте первомедиа.ру. Телефон редакции 64 92 92.